Главный атрибут новогоднего праздника отправляется на покой до следующей зимы. Елку на площади у здания администрации демонтировали 21 января. 12-метровая красавица радовала горожан чуть больше месяца. Довольны были и сотрудники компании ЭЦМ «Смоленск», в ведении которой находится конструкция. В этом году из-за того, что вот поставлены камеры наблюдения, видеонаблюдения, меньше наблюдалось вандализма. То есть игрушки остались практически все на месте, чему мы очень рады, потому что не придется их искать. Вот. Ну и так, в общем-то, это самое, никаких происшествий не было. Ну, все нормально, все хорошо. В этом году из-за эпидемиологической ситуации новогодние гуляния были отменены. На городской площади компанию «Зеленой красавицы» составила только деревянная горка. Тем не менее, даже в таком скромном формате праздничное настроение удалось сохранить. Особенно это относилось к юным горожанам.